поисках синей птицы. По разным сказкам отправляются герои новогоднего представления в Самарской государственной филармонии. Есть сама синяя птица, можно к ней прикоснуться, можно загадать желание, прикрепить перышко со своим желанием. Все направлено на то, чтобы ребенок, пришедший сюда в филармонию, попал сразу в сказку. Интерактивные площадки, сказочные персонажи, красавица елка ждут маленьких гостей на празднике. Ну и, конечно, главный зимний человек Дед Мороз встречает детей и приглашает присоединиться к торжеству. Мы будем с вами искать синюю птицу, птицу мечты, птицу счастья. А кому же не хочется счастья? Приходите, приходите, я жду именно вас. Новогодние представления в Самарской государственной филармонии ждут ребят дважды в день до 6 января. Марианна Мирная, Максим Гусев, События.